представитель так называемой оппозиции сделал официальное заявление. Блюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а ты решил ко мне лезть, ты засранец вонючий, мать... Сергей Коваленко выступил с критикой президента Беларуси Александра Лукашенко. За это ему грозит 2 года лишения свободы. Приходите в наш колхоз, всем там будет хорошо. Делегация Астраханской области прибыла в четверг с официальным визитом в Брестскую область. Делегации было представлено новые образцы сельскохозяйственной техники. Глава Брестской области заявил, что именно Брестская область заслуживает звания колхоза, но не Астрахань. Астраханская делегация была возмущена таким заявлением. Цитата. «Мы делаем деньги с воздуха». Конец цитаты. Цитата. «Вы просто нам завидуете». Конец цитаты. Заявил глава Брестской области. Туманный Альбион в опасности. Великобританию захлестывает волна антиисламских выступлений. Уровень преступности растет. Политика мультикультурализма себя полностью изжила. Имеет место экономическая стагнация. Тем не менее, как в демократической, свободной Белоруссии все хорошо. По данным социологических опросов, 97,3% белорусов считают себя толерантными. Такое же количество людей чуть называют британцев чертами расистами.